Видите? Лента ложится на поверхность и остается. Одно из направлений – кондитерское мастерство. О бесплатной школе для самозанятых жителей Ростовской области Елена прочла в соцсетях. Девушка загорелась идеей открыть свое небольшое дело, получив новую профессию, и пришла учиться. Хотела попробовать именно свои силы в кулинарном этом кондитерском искусстве, чтобы потом работать. Буду пробовать, получится или нет, не знаю, но, по крайней мере, желание очень большое, и я думаю, что должно получиться. Программа занятий интенсивная. Ее разработало Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства совместно с крупными обучающими центрами области. Один теоретический день и три практических по 7 часов. Секретами мастерства с учащимися делится профессионал. Анна испекла сотни лакомств и выпускает далеко не первую группу. У нас тесная связь, то есть я в формате 24/7 отвечаю, конечно, на вопросы, но посильно, насколько могу, если что-то где-то вдруг не получается, там, или какие-то нюансы. Так как кондитерское дело строится в основном на огромном количестве мелочей, конечно, которые сразу все освоить не получится. Кондитерское мастерство – один из 14 вариантов. Постарались отобрать самые востребованные рынком профессии. В итоговый список попали груминг, визаж, маникюр, мастерство бровиста и другие. Обучение бесплатное благодаря нацпроекту по поддержке бизнеса и содействию правительства Ростовской области и Министерства эконом-развития региона. Первый блок модульный – это общие знания о том, как действовать, если ты являешься руководителем собственного дела, самозанятым гражданином. Те возможности, которые есть сейчас в рамках господдержки, были широко освещены. И вторая часть обучения, это уже я называю работа в полях, в студиях. Как рассказали эксперты, выпускники могут получить льготные средства для дальнейшего развития. Заем до 1 миллиона рублей со ставкой до 3%. Претендовать на него могут самозанятые, начиная с первого дня регистрации. Средства можно получить под поручительство третьего лица без залога. Александр Кучиц, Сергей Крикоров, Олег Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону.